Ребят, ну что, у нас началась тренировка, и мы на панике, у нас состав перевернулся. Короче, сделал лучше на постановке, на том же месте, где Жека Шмаков. Начал кувыркаться, это очень плохо, полный, вот, и, короче... Вот кто бы ни говорил, что про безопасность, машина в хлам, передняя часть, задняя часть машины в хлам. Машина только что перевернулась, у нас помята крыша, но обратите внимание, что вот в этих местах как раз-таки отработал каркас безопасности, который по приложению G, он обязан быть в каждом болиде. За счет него как раз-таки достигается супербезопасность.